Ну так вот, да класс. У нас сейчас проблемы в системе, из-за чего некоторые SCP-объекты нарушили условия содержания. В связи с этим мы объявляем о том, что нам кобзда. Кобзда? Господи. Каждый сам за себя. Ты чё, дебил? Так, да класс, не паникуем. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Она не поедет, она поехала. Все, да, мы скрываемся на. Не-не-не-не-не. Oh, hi, Mark. Да-да-да-да-да-да-да-да. Так, да класс, не паникуем. Вдох, выдох. Бежим. Его убьет, хуйня. За что, блядь? Класс, пожалуйста, не паникуем. Паника, блядь! Она за нами, блядь! Давайте, давайте! Она за нами, блядь! Сюда! Бля, у тебя хоть карта есть, у меня ничего нет, у нас нихуя нет! Блядь, спасите, там пиздец! Бежим! Чувак! Братан! Братан, не, там пизда, там какая-то статуя, там она желтая, блядь, она людей убивает, ёб вашу мать. А, подожди, она спустилась сюда? Я не знаю. Я вышел, не знаю. У тебя карта есть какая-нибудь? Нихуя у меня нету, блядь, я бомж. Ну блин, она по идее пошла бы за мной или полетела, вообще не знаю, что за хуйня. Ты первый раз в эту игру играешь? Не, много раз. Ну, РП же, ёб твою мать. Ой. Да, блядь, мы тут все равно просто от старости тогда сдохнем. Ух, там кто-то ходит. Бля, вот это вообще нечестно, нахуй. Ну вот пиздец. Ну пиздец. Вот это вообще нечестно. Да, вот это вообще нечестно. Я тоже что. Ну вообще пиздец. Сука. Здрасте. Конфеты будешь? Жираф, конфеты будешь, говорю. Ща. Все съел. Давайте выйдем. Мне это не нравится. Пацаны, конфеты будете. Будем, давай. Пойдем наведуем еще. Так, все, короче, за мной, я менеджер зоны содержания. А как ты вышел отсюда? Там дверь открылась, я вышел. Бля, я забыл закрыть, походу. Начальству не говорите? Скажем, обязательно. Ну тогда вам пизда. Я менеджер зоны содержания. Я старшина охраны, командир. Ой, блядь, нет. У тебя командир. Здесь шоу, у тебя хорошо. Народ, конфеты будете? Шо? Да я ж пошутил. У меня конфеты есть, будете? Что ты шо? Нет, давай. Пойдемте за мной, я знаю, где конфеты. Бля, комп не дает конфеты. Ой, бля. О, планшетик. Ну, земля типуха, братан, блять. Ну, сидим, чилим. Да ходите, вы чё хотите? Да не, спасибо. Да ходите, пожалуйста. Да блять, у меня фобия. Ученый, давайте Дэшке ногу отрежем. Я не ученый, я менеджер зоны содержания. Что он делает? А, ну менеджер зоны содержания. А. Попрошу, мистер менеджер зоны содержания. Еще одна пуля, будете в жопе. У тебя красные пыли, потому что петух. Да он нарывается, ладно уж. Сука, это было неплохо. Ты, блин, вот это. Живой ты? Бля. А, нет. А чё он умер, нахуй? А чё он умер, да? У него, короче, сердце схватило. Пресс F, тупой респект, фу дебилос. Нет, пошли со мной, ученый. Да я не ученый, я мистер менеджер зоны содержания. А почему в таком белом халате, а? Да я хуй знает, ну, блядь, другой формы не выдали. Так, менеджер зоны содержания. Что ты можешь сказать? Содержание. Почему себе объекты сбежали? Да я хуй знаю, я спал все это время. Наверное, поэтому и сбежали. Ну, в смысле спал все это время? Ну, в смысле на рабочем месте спал, чё такого? Кто вообще спит на рабочем месте? Я! Назад. Твою мать, что я... Спасайте мистера менеджера зоны содержания! Все, нам пизда.
Доктор, спаси, братан! Бегу, блядь! Давайте пересидим здесь. Да я не против. Часть другой. Можно карты поиграть. У вас есть карты? Конечно. О, смотри, ща. А, крестовый туз. На нахуй. Только мне отдай, пожалуйста, потом, а то, что меня выебут, блядь, за это. Такая карточка только, блядь, у меня есть. Пускай она бесполезная, но она, блядь, моя. Ща. Понимаешь, просто у всех есть вот эта карточка опять. Там карточка кадета, а у меня есть карточка мистера... Блядь, как там, подожди. Мистера менеджера зоны содержания. Во, смотри, зацени. Я могу показать тебе карту, которая не существует. Ну давай, ага, конечно. Спорим, я тебя могу удивить. Звучит пиздец. Жопа. Ну чё, в карты поиграем? Посмотри, посмотри инвентарь, посмотри инвентарь. Окей. Удивил? Где ты, блин? Ты его из кафетерия спиздил. А куда она пропала? Мой стаканчик пропал. Я хотел кофе попить, блядь. Доктор, подойдите, пожалуйста. Держись на расстоянии. Подожди, я мистер менеджер зоны содержания. Вы можете нам помочь вывести нас отсюда? А то тут, кажется, нам пиздец. Сейчас. Блять. Вам на выход или куда? Да мне съеба. Блять. Нечестно. Доктор, блять! Убили, сука, мистера менеджера зоны содержания. Додики стреляют по этому. Да судя по всему, уже. Пиздец, они пассивные нахуй. Ну ладно. Ях, ты с Хрюмс, ты из Казахстана, что ли? Маленькая похотливая сучка. За мной давайте. Бля, за мной какой-то пидор гонится. Там сзади хуйня какая-то черная, блядь. Беги! Блядь! Спаситесь, там пиздец, там пиздец! Бля, нам пизда. Подожди! Взлом! 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 Не смотри, за мной сразу! Не смотри, Сенька! Не смотри! Кого не смотреть? На мной сразу. Трупы, ребят. Я бы бежал. Бегите, глупцы! Ебучий доктор, блядь! Что это было, блядь? Ты какой-то косплеер. Блядь, тут все, тут пизда, нам тут и пизда придет. Куда ты ебать? Да не смотрите вы на него и все. Чё, так работает? Беги! Просто не смотрись, нам... Я не могу, меня кто-то по жопе шлёпнул! Не смотрю! Да чё за... Я не понимаю, чё за хуйня? В смысле не смотреть? Нихуя не понял. А ты так хотел оставить, ты же... Ты чё мальчишь, собак? Манёвр уклонения! Люфтваффе! Сука! Пидор с гранатой! Господин ученый, посмотрите, какая у вас карточка при себе? А у меня обе, как его. Ну какие? Менеджер зон. Менеджер зон и желтый. Ну так вы на два фронта, на два стула, значит, да, сразу сели. Это хорошим не кончается, поверьте. Вы же поделитесь с черной картой. У меня нету больше карт. У меня только своя, да, если я кому-то ее отдам, мне, короче, зарплаты это вычтут, мне будет пиздец. Блин, обратно мы туда же пришли, к параше. Ой, там, где наше место. Ученый, да, вон туда надо. Я веду вас. О. А сейчас вот сюда, ученый. Вот охрана! Вот, спасите нас! Стою. Я им помогал, предупреждаю. Он пиздит! Охрана, давайте сюда. В смысле? Я охрана, вообще-то охрана, вас доводил до решетки 9. Он сказал, что мне колени прострелит. Молчать, не стоять, не двигаться, ясно? Кто? Прикиньте, он был мой сосед через стенку, и я слышала, как он там с каким-то пацаном целовался. Ну это тупо расстрел. Это было. Ну почему? Хватит молчать, ясно? Все, молчу. Почему? Лицом к стене вот так дальше сделал. Он, вот видишь, он даже жопой к тебе стал, понимаешь? Извиняюсь. Не отвечать вообще ни на что, ясно? Слышишь, можно их подразнить? Хорошо. А сколько будет 5 у 5? Ладно, я тогда лучше пистолет. Ой, а за что? Подожди, пистолет выпал. Пистолет выпал! Нет, выключи, блядь! Блядь, нет, чувак! Нет, нет,
Чувак, выключи это дерьмо, нахуй. Блять, вы идиоты. Сука, я, короче, хотел, блять, это... пистолет, короче, выпал из этого, из машины. Я такой, сейчас я, короче, поправлю, говорю, не включайте. Да дебил взял, включил, блять. Меня в зомби превратил, пидор. Тихо. Она и он. Тихо. Спецназ! Ладно. Подожди. Спецназ! Да сука. 049, вы как к нам относитесь? Вы враждебны или нет? Блять! Ха-ха-ха, ты чё, ебанутый, нахуй ты меня напугал? Слушайте, не надо подходить, мне и так нормально. Хватит за мной ходить. Я боюсь. Вы там еще поцелуетесь, блять. Да иди нахуй. Я ничего не говорил. Это была шутка, блять. За шутку-то за что? Не воскрешай меня, не надо. А может ты поцелуешь? Ты ублюдок, блядь, зачем ты это сделал? Меня в щеку поцеловал. Блядь, пиздец, мне еще убили гранаты. Что случилось? Бля, где я? Вы шо, вы шебанутый? Давай, побежали. Я не против, круто. Ебать, тут Марс. Ебать, так тут и бы не хопить можно. Без бан. Смотри! А. О, вертушка, видел? Нихуя не вижу, тут, блядь, все черное. Все, я вертолет. Привет. Я гендерфлюидный вертосексуал. Ща я внутрь заберусь. Там... Я там... Чувак, ты где? Я там пиво вижу. Что видишь? Что за хуйня? Там пиво, блядь. Там пиво в кабине. Повоевали. Сука, камень есть? Сейчас разобьем.